Привет, на своем канале Инспектор Гаджетов. Видосики давненько не выкладывал, заболел. А вот еще тем более собираюсь уезжать отдыхать. В общем, перед отъездом, как бы, чтобы на канале что-то свеженькое появилось. Поэтому приходится снимать видео даже в таких вот условиях. Если буду кашлять во время записи, уж извиняйте. Вот, ну и голос слышите, в принципе. Вот, обещал, что кроме всех прочих настольных вентиляторов, которые я уже делал видео, две штучки, я обещал, что будет еще сяомовский вариант. Ну и, собственно, этот вариант вот перед вами, и мы сейчас с ним будем знакомиться. Понятно, что здесь ничего не говорит нам о том, что это как-то относится к фирме Xiaomi, но, в принципе, ОМ производства, как бы, та же Михи, те же тапки, все тому подобное. В общем, каким-то боком, в общем, это к фирме Xiaomi относится. Вот, поставляется в такой коробочке. Есть варианты, так сказать, первоначальные. Они поставлялись в такой округлой коробке, но эту коробку отменили, потому что она, ну как, при транспортировке менее защищает вентилятор, то есть, в квадратной коробке вентилятор защищен лучше, поэтому поздние версии уже в такой квадратной коробке. Вот здесь написано VH, U. Вот здесь у нас техническая информация. Ну, из технической информации, что здесь особого? Ну, 500 мА питается от любого USB, грубо говоря. Весит 290 грамм. Размеры. Ну, ничего особо интересного здесь нет. Правда, присутствует, видите, проверка оригинальности. Это хорошо. Ну, в остальном просто белая коробочка. В общем, давайте открывать, смотреть и тестировать. Вот он, белый у меня вентилятор, есть еще черненький. Кроме этого, есть еще вот такая бумажечка. VH, дата производства. Ну, типа гарантийки, что-то похожее. Видите, да, здесь коробка какая, вот вентилятор, и он у нас защищен, то есть ну, если бить упаковку, то вентилятор защищен. В круглой упаковке, то есть любые повреждения коробки влекут за собой повреждения вентилятора, так что в квадратной коробке лучше. Так, ну теперь сам вентилятор, он у нас сделан из алюминия, вот эта вот металлическая часть, вот эта часть у нас сделана из искусственной кожи, ПУ. Так, здесь есть наклеечка, предупреждение, что пальцы туда совать не надо, ну это и так как бы понятно. Вот, и еще можно отметить, что здесь у нас сразу две лопасти, видите, здесь одна, а снизу еще одна. То есть, видите, это очень интересно. То есть вентилятор у нас может дуть в одну сторону, может дуть в другую сторону. В общем, такой интересный момент, но это мы сейчас все протестируем. Кабель, как видите, у нас несъемный. Вот, беленький. Ну и, собственно, все. Управление. Управление у нас тактильное, сенсорное. То есть мы управляем вентилятором, прикасаясь непосредственно к его корпусу. Ну, как-то так в теории, я еще на самом деле ничего не проверял. Так, с помощью вот этой штуки, кстати, можно его устанавливать. Например, как-то так можно подвешивать куда-то. Ну, в общем, как бы интересный такой момент. В общем, ладно, хватит разговоров. Давайте, в общем, его включать. Ну вот, собственно, я включил, но ничего не происходит. Прикасаюсь, и он начинает работать. Вот так. Ну, в принципе, прилично так дует. Для наглядности я воспользуюсь салфеточкой даже. Выключили. Вот. Выключили. Так. Салфеточка. Ну и наблюдаем. Ну, в общем, я думаю, понятно. Салфетка просто хочет улететь. Но это, я так понимаю, одна лопасть работает. А сейчас я включу режим усиленный. Ну, тут вообще просто нереальный поток воздушный. Ну, просто видите, салфетка не в вертикальном состоянии, а просто в горизонтальном. Она прям лежит на этом потоке воздуха. То есть вентилятор, когда работают две лопасти, ну, мега, просто мега мощный. То есть если дуть на себя в лицо, то даже это будет слишком. То есть, ну, реально, ты как будто, ну, когда турбина на тебя просто дует. Так что в обычном режиме, то есть вот первая скорость, вполне этого достаточно.
приятно, хорошо, но кому-то, ну, если нужно что-то вот охладить даже, здесь поток, как понимаете, направленный за счет конструкции, и на второй скорости просто нереальный воздушный поток, и можно реально что-то охлаждать, даже можно сказать, ну не комнату, но довольно-таки приличное пространство, или либо же какой-то предмет, ну либо себя. Вот, в принципе, так, и управление очень прикольное. В общем, так сказать, подводя итоги, могу сказать, что этот вентилятор стоит дороже, чем предыдущие два вентилятора. Вот, но он того стоит. Ну, реально, он круче и лучше, чем два предыдущих бюджетных варианта. Ну, Орика того тоже, в принципе, не дешевый, ну, чуть-чуть дешевле. Вот, но если сравнивать между Орика и Шайни, вот, я однозначно выбрал бы, конечно, вот этот Сяомовский, потому что, ну, хорош, хорош, конечно, все здесь очень понравилось, конструкция очень нравится, что две лопасти, две скорости, вторая скорость просто нереальная, тактильное управление, можно подвешивать, в общем, и сломать, в принципе, данный вентилятор, ну, как-то проблематично, вот просто кусок металла. В общем, все очень понравилось. Отличный продукт, отличный вентилятор. Берите, не пожалеете. Мои рекомендации. На сим все, спасибо за внимание. Ну и после отпуска еще увидимся. Всем пока.